Привет, друзья! Это Артемий Троицкий, «Музыка на свободе», подкаст, радиопрограмма на радио «Свобода». Надеюсь, что новогодние рождественские праздники у вас прошли прекрасно. Ну, в общем-то, у меня тоже неплохо. Итак, 258-й выпуск «Музыки на свободе». Сегодняшние хедлайнеры — это различные довольно экзотические фанковые артисты из, как-то ни странно, арабских стран. Ну, а начнет нашу программу очень популярная американская инди-поп-группа Animal Collective. Коллектив животных из Балтиморы существует с 99 года, то есть уже 23 года, можно сказать. Главные там люди — это Эви Тейр и человек под псевдонимом Панда Бэр. И вышел у них первый альбом аж за 6 лет, с 16 года, вообще по счету 11-й, называется «Time Skiffs». Даже не знаю, слово «скиф» я раньше в английском языке не встречал, но, скорее всего, это «скифы». «Скифы времен», так можно перевести. Слушаем с него песню «We Go Back», «Мы идем назад». Коллектив и их новый альбом «Time Skiffs». Ну, теперь немного африканской экзотики. Сиси Мананга, девушка, вообще говоря, с мамой из Конго, а папой бельгийцем, живет тоже, естественно, в Бельгии, а не в Конго, кто бы стал удивляться.
дебютировала в 2013 году, очень симпатичная певица. Сейчас у нее вышел уже второй альбом, называется «Мо Пепе Мама», и слушаем с него песню «На Уэ». Окей, музыка, бамбуле, леки, окей, музыка, пе, висика, я сонака, неси, я висика. Yo soy una sangre que cayó, bolingo y lequinga. Сиси Мананга, конголезская бельгийка, альбом «Мо Пепе Мама». Группу Psychedelic Porn Crumpets мы с вами уже слушали, то есть мне сначала понравилось их название, а затем послушал музыку, и она мне тоже понравилась. Кажется, все их предыдущие альбомы мы с вами отслеживали, и сейчас вот вышел четвертый, называется «Шига». «The Sunlight Mound», то есть «Солнечный курган». Группа из Австралии, из города Перт, ну, конечно, менее оживленного в музыкальном отношении, чем Сидней и особенно Мельбурн, лидер группы Джек МакЮэн. Итак, слушаем песню «Талли Хоу». Stop it.
«Psychedelic Porn Crumpets» и песенка «Tally Ho». Кстати говоря, Джек Макьюин не австралиец по происхождению, он приехал туда из Великобритании, но уже довольно давно. Обогатил, так сказать, пертскую рок-сцену. Мини-сюжетик наш сегодняшний посвящен Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble. Это группа из Голландии, и наряду с Boren and the Club of Gore одни из ведущих представителей стиля Dark Jazz, который, в общем-то, из всего джаза, пожалуй, мне лично нравится больше всего. Несколько альбомов имеется у ансамбля темного джаза из Kilimanjaro. Да, кстати, они все светлокожие, все голландцы. Главные там люди — это басист и гитарист Джейсон Конан и электронщик Гидеон Кирс. Недавно лейбл Диновали переиздал их первые два альбома. Альбомы, выпущенные в 2005 и 2008 годах. Так, дебютный альбом Kilimanjaro Dark Ensemble, он без названия, и с него я выбрал пьесу «The Nothing Changes».
Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble и их дебютный альбом с композицией «The Nothing Changes». Группа, вообще говоря, из Утрехта, существовала с 2000 по 2014 год. 4 альбома за это время выпустила, или даже 5, если считать там такие как бы мини-альбомы. И сейчас как раз один такой мини-альбом мы и послушаем. Это второй релиз ансамбля «Темного джаза», вышел в 2009 году, называется «Mutations» — «Мутации». И с него пьеса «Twisted Horizons», то есть «Извилистые горизонты». Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble и переиздание их второго мини-альбома Mutations. Ну а теперь наши хедлайнеры.
навела меня на мысль сделать такой сюжетец. Очень симпатичная пластинка, которая вышла на лейбле «Хабиби Фанк». Кажется, это немецкий лейбл, но точно не знаю. И это сборник архивной арабской музыки. Называется «An Eclectic Selection of Music from the Arab World». Эклектическая выборка музыки из арабского мира. В общем-то, ничего название не говорит о стиле альбома. А стиль очень любопытный. Это не вот арабская эстрада, которую я, честно говоря, терпеть не могу. А это, в общем-то, арабская попытка фанка. И она очень даже убедительна, на мой взгляд. Сначала послушаем певца Фадула, которого называли арабским Джеймсом Брауном. Он выступал со своим трио, он из Марокко, из города Касабланка, уже умер, к сожалению, но был очень популярен в 70-е годы. В исполнении Фадула слушаем песню «Аль-Джедба». Марокко, песня «Аль-Джедба».
Напоминаю, мы сейчас прогуливаемся по компиляции под названием «Эклектическая выборка музыки из арабского мира». И следующая на очереди у нас еще одна марокканская певица, и тоже такая с явным западным уклоном, на этот раз скорее с французским. Дуа зовут эту певицу. Она работала стюардессой на авиалиниях Эмираты в 70-80-е годы. Затем, значит, в качестве стюардессы на нее обратил внимание один богатый англичанин, она вышла за него замуж, давно уже живет в Лондоне, но до этого она очень здорово пела. И в частности, сейчас мы послушаем песню «Хадитуни», которая, в общем-то, является кавер-версией французского хита «Parle-moi de lui». اجلس وحدثونني عليه احب السفر جنوبا وشمالا من اجل سعادته وافقت حدثوني عنه لم يكتب لي اخيرا وجد الفرح والحريه زالت معه سلسلتي من ذهب في الصور يبدو أنه تغير ويبدو لي حزينا متعبا حدثوني عنه هل لديه مشكل كيف هو بيته أي ينشد أغاني أطلب منكم أن تكلموني أو محتاج لي يوما بقربه خبروني عنه لا أحب أسمعه قال لي اصبري وبعدها كان الصمت из Марокко. Тоже запись 70-х годов. Следующий певец у нас, опять же, такой фанковый, Джеймс Браунообразный, и зовут его Аид Меслеен. Он из Алжира. Аид Меслеен, на самом деле, его псевдоним. Не знаю, что это означает. Настоящее имя Идир Бенабуш. Тоже умер уже, родился в 44-м, умер в 2000 году. Был очень популярен в Алжире, выпустил множество альбомов в период 70-х, 80-х и 90-х годов.
На сборнике, о котором мы говорим, сборнике лейбла «Хабиби Фанк», он представлен песней «Эль Фен». سعاد الخضار لحضارك سلميزان سلع اسمد نكسلن لقبرك مقار لم تنك سلون اقرانك دير السان وين يتوسانك اقدار ايكي عشقا لنك سلون أسك قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن أطغضليس للدنيس روحني غب على فرنسن وقراند إمختفن ذات وزمون بركيس على أن تعيشي غب السيف كارسن شهود صغري ماس يحفظيتي بويتي دي شويق هدي بدون هدي اسمو السوس ميكسر رحي وقر جميس اموش نيك تاويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صغر في ميس نامولاش يغدير ناس الخيق Аид Меслаен из Альжира, песня «Эль Фен». Ну и закончит нашу небольшую экскурсию по неортодоксальной, скажем так, не исламской эстрадной музыке Ближнего Востока и Северной Африки выступление человека, настоящее его имя Салим Абдалла Салих, псевдоним Сал Дэвис, да, он такой тоже европеизированный, точнее американизированный. Родился он в Мамбасе в Кении в 1941 году, но прославился уже на всей территории Северной Африки и Ближнего Востока. Первым хитом его была кавер-версия знаменитой песни из репертуара Рэй Чарльза «Unchain My Heart». Это было еще в 1963 году, ну и после этого еще много чего спел. Жив до сих пор. И один из его главных хитов — песня «Султан Кабус». People, his people love him. Abus. Oh, oh, oh. Abus.
قابوس قابوس ومعنا على الطول قابوس يا قابوس قابوس أوه Сал Дэвис, уроженец Кении, живет в Омане. Была песня «Султан Кабус». Таким образом, мы познакомились с очень милым сборником «An Eclectic Selection of Music from the Arab World» лейбла «Хабиби Фанк». Ну, теперь поехали дальше. Джемма Каллингфорд. Очень мне нравится эта молодая англичанка. Это половина дуэта «Sink Ya Teeth», который мы уже слушали в нашей программе, и который мне тоже очень нравится. Ну вот у «Sink Ya Teeth» уже года два или три новых альбомов не выходило, а у Джеммы Каллингфорд теперь выходят сольники. Вот первый ее сольник называется «Let Me Speak», и слушаем с него песню «I Like You». I want you. I
Джема Каллингфорд «I Like You» с ее первого сольного альбома. Как я недавно прочел, только что у нее вышел и второй сольник. Надеюсь, его рано или поздно заполучить и вас с ним ознакомить. Французский проект под названием «Der» во главе с парнем-автором и солистом по имени Оливье Ламбен. Кличка у него «Red» — «Красный», ну и «Der» — это, соответственно, «Red» наоборот. Первый свой альбом выпустила эта симпатичная постпанковая группа. Называется альбом «Super Sound», и с него песня «Ready to Founce» — «Готов обманывать». Cliffs are full of debris sands. Французская группа «Der» и их дебютный альбом «Super Sound». Ну и завершит сегодняшнюю программу знаменитейший американский хип-хоп
продюсер Madlib. Я, как вы знаете, рэпом, хип-хопом не особо увлекаюсь, поэтому музыка эта не так часто звучит в подкасте «Музыка на свободе». Но Madlib — один из самых талантливых продюсеров, и он как раз один из мастеров инструментального хип-хопа, который меня почему-то радует гораздо больше, чем вокальный хип-хоп. Ну, настоящее имя Madlib — Otis Jackson, и он очень много кого продюсировал, в частности, MF Doom, Jay Dilla и так далее. Выпустил кучу альбомов на самом прогрессивном хип-хоповом лейбле «Stone's Throw». Примерно 10 штук у него этих самых альбомов. Последний из них называется «Sound Ancestors», то есть «Звуковые предки». И слушаем с него прелестную вещицу под названием «Road of the Lonely Ones» — «Дорога одиноких». На этом я с вами прощаюсь. Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Счастливо, до следующей недели. Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев. Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что эти сентименты будут превалировать. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф». Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках. YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.